часто на садовом участке можно увидеть старые дырявые бочки. Ванну, которая переехала на садовый участок после ремонта квартиры. Шины от колес. Все эти емкости можно с пользой применить на садовом участке. Если в емкости весной положить различную органику, прутья, ветки после обрезки деревьев и кустарников. Сухие листья, стебли многолетних растений. Например, пищевые отходы. Во-первых, вы летом получите урожай. Во-вторых, вы в течение сезона получаете прекрасный компост, который можно добавлять при посеве семян, также в лунки, при высадке рассады. Достоинство этого компоста в том, что там нет личинок вредных насекомых, нет микроорганизмов, вызывающих заболевания растений, так как вся органика была обработана эффективными полезными микроорганизмами.